Всем привет. Очередная охота на зайца. Вот наткнулись на свежий зайчий след, и он пошел в горы. Вот сюда вот. Мы в прошлый раз тут лазили. Заяц поднимается вот на эту гору, где-то здесь кормится и, возможно, ложится. Короче, собаки пошли проверять. Альфуха за шахом идет, и вот шах по следу. Может, косой где-то здесь лежит сейчас. Что-то они так неуверенно идут, там, возможно, все сдуто. Я тут остался внизу, может, зайц поднимется и сюда вниз прилетит. Есть у меня видео, где мы подымали в этом месте зайца, он прямиком умчался в огороды. Вот сейчас посмотрим. Пока собаки идут в этом ущелье, так сказать, ложбинке, на горе его нет. Ладно, я жду, короче, если что, включусь. Так, короче, отсюда приход зайца, и по нашей лыжне зашел на огороды. Шах уже ушел. Сейчас косой где-то должен здесь выскочить. Может, вот так назад своим следом по лыжне прибежит. Ждем. Вот и все, вот он и вышел. Русачок. Возьми, малыш, молодец. Молодец. Возьми его. Все, нельзя, малыш. Фу! Фу, сказал. Шах! Ну-ка ушли. Уйди, я сказал, нельзя. Блядь, нельзя. Фу. Фу. Вот такой русак. Да, молодцы. Молодцы. Тройка азотовской. Расстояние здесь было метров 30, наверное. 25-30, короче. Вот такой русак. Вот выскочил. Шах зашел прям в огороды. Он сюда выбежал и пошел. Все, фу. Фу, сказал. Фу. Вот и вся охота. Фу, нельзя. Нельзя. Нельзя, Альфа, нельзя. Нельзя, все. Фу, фу, молодец, все. Все нельзя, фу. Фу. Вот. А заяц мог сразу в эту гору уйти.
Фу. Фу, нельзя. Получается, он где-то с горы спустился, что ли? Что тут следов я не вижу дальше. Нельзя. Видать, вот он приходил с горы. Поднялся, опять спустился и в огородах лег. Короче, упускать его нельзя было. Иначе бы опять пришлось по горам скакать. Альфа опять непонятно где была. Сама по себе уже лазит. Вот. Шаг пошел. Ничего с этим не сделаешь. Вот. Иди ищи там, иди ищи. Ну ладно, вот такая охота. Недолго. Поедем домой.